Последняя группа наших земляков возвращается на родину. За эту неделю 15 жителей 33-го региона вернулись домой из-за рубежа, где они застряли после закрытия границ. 11 туристов, прибывших из Таиланда, были доставлены спецтрансфером из Самарского аэропорта. Еще четверо вернулись домой из Мальдивской республики через аэропорт Шереметьево. В первой половине мая запланирован прилет еще 14 жителей Владимирской области, трое из Таиланда, пятеро из Индии и шесть из Индонезии. Как уверяют надзорные органы, граждан привозят с соблюдением всех мер безопасности, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и антисептическими средствами. Каждый рейс сопровождает медицинский работник. По возвращению домой всем вернувшимся предстоит пройти двухнедельный карантин.